Ростик, а у тебя что, как там с аккаунтом? Тебя разбанили, играешь? Ну как, ну там скрытый пул, типа, жесткий, понял? Типа, у меня там 10 тысяч, а у меня игры находятся 5 тысяч рангом, там, допустим, 7200 рейтингов, такие вот. 7 тысяч там у людей. Это ну, и у тебя в команде, или вообще? Ну, да, изи. Да, у меня в команде, типа, такие боты. Так прикинь, у меня 10 тысяч, так у меня 10 тысяч, а у меня в команде по 7 тысяч. И против меня нормально играть, ты понял? А, понял, понял. Так, чатик, на ком разъебать? Кого берем? Оставьте мне только у вас пик или, ну, вторым возьму, пожалуйста. Так, ребят, кого берем? Экран включи. А там все равно, да, по звуку слышно, кого берем, поэтому, в принципе, пофигу. Так, 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 так. Ну, можно Джиггернаута взять. Я на вертолете себя неуверенно чувствую, я бы взял. Так, а кто у нас Мартру ебет? О, давай Войда возьму. Купу поставлю и пизды едам. Давай, 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 череда. И еще от Разора буду прыгать, чтобы меня не высасывал. Это умом. Так, парни, пойдем, пойдем за мной, быстро, все. Разговаривает в игре только я и Серега. Услышите, ребят. Я капитан. Серега мой ассистент. Я все за мной. Я полукапитан. То есть у нас нет права голоса, да? Ой, Серёг, смотрел вчера Dream League? Ну так, чуть-чуть, я особо не смотрел. Я понял. Так, нет, есть. Там Team Spirit выиграли, да? Ага. Как думаешь, на Инте разъебут? Да. Или Гладиаторы? Что-то Антоха последнее время слабовать, не? Ну, как будто ему надо отдохнуть, знаешь, недельку, так вообще не заходить в доту. Ты думаешь? Потом... Угу, слишком много играет. Он вообще не играет. А, тогда наоборот надо сделать. Тогда надо больше тренироваться. Серёга, я заметил, ты тоже в последнее время мало тренируешься. А у меня, видишь, мне не дают тренироваться, мне постоянно дудосит. В последней игре я линку не купил. А надо было первым предметом брать, типа, вместо БКБшки? Ну, можно было после БКБ линку взять. Ну, она там... Она там реально хороша была, реально хороша была. Ну, ты видел, там чел просто ходил, у меня по КД хуярил. Да, я видел, я видел. Школьник какой-то, бля. Завтра будет на перемене всем рассказывать, как он, блядь. Пришел после школы такой королёк. Ну, сосиски съел, блядь, с макаронами и сидит, хуярит, блядь. Ну, они стрим-снайпер. Сейчас накроем, а накроем. Night Vision. Там вон сидит, ребят, герой. Идем, идем, идем. Пойдем, за мной, по Night Vision, ребят. И вот тут нас не видно будет, смотрите. Идем. Мы не ёбнем здесь никого уже. Убьем, убьем, Энигму. Сука. Бля, что-то они вообще. Че за бить? Бля, уходи оттуда, брат. Давай, 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 давай! Давай, 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 Ратора, Ратора, Ратора. Да уби. Отлично. Серега! Че делаем? Хорош, хорош, сейчас тебе приятно будет стоять с ОБшечкой и разъебешь. Типа. Ты, Серег, шаришь в этой теме. Ну это естественно. А кто против тебя сейчас стоит, я посмотрю? Темпларка. Темпуарка. У Чео 8К. Это. Ну, серьезно? Да. Серьезно? Не, серьезно, у него 8К, это я его позвал. Не, реально 8К? Да. И вот друг овца, у него никнейм, он тоже 7-8К ММР игрок. Его этот позвал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Серег, он неплохо, реально. Не, я ж тебя не наебал, у него реально там 7 или там 7500 где-то. Блин, Серег, прикинь, она без рефракшена играет. А я на темпуарке вообще не умею. Я не шарю за нее. Какой-то это... хороший игрок, реально, Серег. То есть он тебя сейчас вообще разъебет? Да не. Ростик, а ты готов уже это самое сражаться с моим тренером один на один на сефах? Да-да-да. Я думаю, он слабый, Серег. Ну, хз, хз. Думаю, такой слабенький тренер у тебя. Слабоват, слабоват. То есть ты думаешь, что ты вообще из его переедешь? Да, конечно, я просто его замкну. Просто замкну, Серег. Ты закончишь его карьеру тренера, да? Ну да, 100%. Блин, это будет интересно. Мне самому интересно посмотреть будет. Ребят, в чате, вы хотели посмотреть бы ролик, как Ростик играет против моего тренера один на один на SF? Скоро выходит на моем канале, на ютубе. Будете смотреть? Сиега нет. Второй в одном и плюс. Замерло такое же.
Хорошего стримчика. Ростику привет. Ростику привет тут передают донате. Спасибо большое, спасибо. Спасибо за поддержку. Бля, тут вэри тяжело стоять. Это пиздец. На нахуй. Хорош, 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 Ростик. Вот это, блядь, вовремя ты пришел. Просто разъебали. Серег, Серег, слышь, ага. Я буду говорить в доту, а то у меня брат тут играет рядом. А, окей, он окей. Мешает, мешает, хорошо? Хорошо, хорошо. После игры зайду обратно. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да, да, только чуть погромче, немножко тихо тебя слышно. Или это у меня на аккаунте сейчас просто надо выкрутить, наверное, побольше. Ебать потеют за каждого крипа, просто пиздец. Короче, мне надо маску и хороший купол. Заебал пиздеть? Да я и так молчу, блядь, ты не пизди сам. И так потею, тут, блядь, реально титаны сидят, понимаешь? Я могу агрессивный вижу поставить, можно. Я очень хочу эту катку выиграть. Ребят, но это показатель, только честно скажите, это показатель. Сижу, играю в катке с титанами, 2-0 счет. Линия very сложная, блядь. Вот только пусть кто-то попробует, скажет, что это фри линия была. Только пусть попробует, тот скажет. Это very сложная линия. Разор, блядь, плюс этот, как его, Энигма. Вышел с линии супер, блядь, огромный. Си Йога, а чё, Некст не идёте? Смейно, мы не сможем, у тебя легенда, разброс ПТС большой без негатива. Джерми, братик, Джерми, спасибо тебе огромное за 1000 рублей. Серега, нет, второй в один или замедление в три. Так, я вот не знаю, чем они отличаются, надо почитать. Длительность времени, урон в секунду. То есть замедление такое же, только единственное, урона больше наносит, правильно? Понял, понял, понял. Спасибо тебе большое за 1000, Джерми, братик. Ростику привет. Ростик, тебе Джерми привет передает. Ростик. Джерми. Вот, вот, передал. Давай, спасибо. Спасибо тебе большое за поддержку. Серега, а Next идете, я с мейна. Вы не можете, у тебя легенда, разброс, ПТС большой, без негатива. Не понял, мы играем в лобби, брат. Мы играем в лобби 5 на 5 со зрителями и с приглашенными людьми. Здесь можно запустить. Давай, 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 давай. Джерми, тебе тоже привет от Ростика. Вот. Здесь разброс идет. Похуй на разброс. Так, ладно, там пофармят. Давайте здесь хуярить. Если что, у меня какой-то эскейп есть, я думаю, можно будет уйти. Вроде я всю карту вижу, не должны меня здесь ёбнуть. Не, Энигма пиздец потеет, ребят. Вы смотрите, что он делает и давонами этими сраными. Но в эти у них шансов не будет, ребят. В эти им пизда. Да, бро, я тебя добавлю. Как-нибудь сыграем. Сори, что так получилось, что мы тебя не взяли в катку. Просто меня тоже пойми, блядь, мне все это надо контролировать, собирать. Я просто забыл, у меня вылетело из головы. Поэтому без обид, братик, просто так получилось. Спасибо тебе большое за поддержку. Мы обязательно с тобой как-нибудь сыграем. Не знаю, следующую или потом, но обязательно сыграем. Почему он играет, где Даня? Даня, который дудосер, сосет сейчас. Так, у меня есть купол, я сейчас, наверное, молнии дофармлю, с вами пойду. Так, ходите на турники, пацаны. Галактик, забань нахуй этого долбоеба, ты видишь, что пишет. Так, ребят, у меня молния, есть купол. Давайте, скажите, где драться, я пойду сейчас поставлю. Вон там мартра была. Долби, 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 иду, 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 ребят, иду! Сережа! Росик, иду! Брату, помоги! Иду, иду, родной, иду! Долби! Лучшие, блядь. Все ливнул нахуй. Первый ливнул, блядь. Ростик, понимаешь, это титаны. Это не какие-то там, блядь, 3К ММР титанчики. Просто отлетают, блядь. Просто отлетают. Там только один титан, если что. Там только один титан. Кто один? Нет, два там. Там титан только темпларка. Там темпларка. И сейчас тебе скажу еще. Овца. Овца его друг. Нет, там чел сказал, что он позовет своего друга, который так же жестко играет, как он. Так, что дальше покупаем? БКБ здесь надо? БКБ, БКБ, БКБ. Угу.
БКБшечка нужна? Нет, БКБ не надо. Все, что ли? Бля. Давай сейчас это Team Spirit позовем против нас. Будем против них играть? Просто я думаю, написать им, вызвать их на бой сейчас против Team Spirit, выскочить. Как прикольно играть так. Ну я не знаю, ребят, я собирал, блядь, но баланс не получился. Я что, виноват? Я не виноват, что так вышел. Ну сколько вот у этого чела, да, посмотрим. Сколько? Властелин 5. У этого. Divine 2, блядь. Ну вот, видишь, у Carry Divine 2. То есть, ну, там, я понимаю, саппорты, может, меньше рейтингом, но овцу он сам позвал. Темпуарка — это его друг. Он сказал, он норм играет. Вот это, ну, типа, его чел. Кэрри у них, ну, сколько? 5000 ММР, блядь. 5000. Я, конечно, понимаю, что у меня там 7200, все дела, блядь, ну. Не рейтинг играл. Какой рейтинг? Это пати было. Это лобби против 7к игроков. У Росика 10к, о чем ты говоришь, какие 5к кэрри? У меня было 5к, ну, типа, у них 5к кэрри. JP.